Студенты первого курса Елабужского института КФУ приняли участие в тренинге по адаптации, организованном Центром психологической помощи образовательного процесса. Подобные занятия проходят в университете ежегодно и помогают первокурсникам снять эмоциональное напряжение от нахождения в непривычной среде. В начале сентября, как только ребята все собираются, мы в Центре психологической помощи образовательного процесса собираем каждый факультет по группам. Первокурсники не только привыкают к новой среде и начинают грызть гранит науки, но и занимаются активными видами спорта. 25 сентября стартовала спартакиада для первокурсников. Спортсмены всех факультетов в течение месяца будут соревноваться в различных видах спорта за звание лучшего. Стало традицией проведение спартакиады среди первокурсников. В нашем институте уже несколько лет подряд мы проводим эту спартакиаду. Подведение итогов и церемония награждения спартакиады состоится в конце октября. Тогда и будут выявлены имена сильнейших спортсменов. Диана Шилова, Универньюз.